Серьезное ДТП на Тюменском тракте в направлении Белого Яра произошло днем во вторник. На магистрали столкнулись «Нива» и «Газель». По предварительной информации, обе машины двигались в попутном направлении. Отечественный внедорожник по каким-то причинам столкнулся с фургоном. В результате ДТП оказался пробит топливный бак грузового авто, бензин вытек на дорогу. У «Нивы» серьезно пострадала передняя часть. Лобовое стекло имеет характерные следы повреждений от удара головой. На месте медицинскую помощь оказали четырем участникам движения. Все обстоятельства выясняются.